Всем привет, ребята! Хочу вот поделиться с вами роликом. Извиняюсь, что получился художественный фильм. Наливаем чай, кофе, вот кому интересно. Ну и смотрим, пишем свои комментарии. Вот. Будет там и Сапсан, и почему слепой крот. Да потому что я в этой толпе ничего не увидел. Только лишь увидел то, что когда уже Сапсан забрал и потащил. А то, что выстрелил, ну, зря, это уже от злости. Ну, вот как получилось, так получилось. Судить не мне. Вот смотрите, пишите свои комментарии. Так, погода плохая. Блин, у меня такла сорвалась новая голубка. Куда ушла? Кто его знает? Погода никакую, эти что-то бздят, дикарят. Вот так вот полетели. Полетели немножечко. Даже не все. 5 штук сами сорвались, улетели. Вот, видимо, вот как вот сидят они сутки, чуть больше, и потом выходят и сами некоторые улетают. Вот так вот. Вон они там роятся. Погода не очень. А, вот он, друг. Друг мимо. Я думаю, что они начали, посмотреть, что они там творят. Сотня как минимум в небе есть. Если не больше. Ну, конечно, кто-то пониже. Кто-то повыше, вот они. Ну, наверное, таклу я профукаю. Таклу профукаю. Вон эти поднимаются, вот так отдалю. И здесь тоже вот. Бродят. Еще здесь вон есть претенденты. Здесь просто пискунята. Вот я вам покажу. Вот. Всем привет, ребята. Вот, хотел сразу показать новое пополнение. Просто постоянно говорю, что вот молодые. Вот буквально 5-10 минут вот эти вот голуби были спущены с верхней голубятни. Вот всем помазал головы. Все до одного пищат. На булавки посадил. Вот линяют. Вот тут 6 штук желтых, 2 вот таких вот таклошонка, вот, и вот такой вот перы. Пара у меня отдохнула здесь, очень я их сильно выдаил. Вот белых персов, ну там они чапы, вот такого у меня дали. Кто ролики давно смотрел, вот был у меня тоже перка, вот с хорошей игрой, я ему потом хвост этот, ну потом он в один прекрасный момент поднялся и не опустился. Что его забрал Сапсан, я не видел, но не знаю. Пара дает иногда 14-15 перьев, вот иногда 12. Вот у этого даже не посчитал, он правильный такой вот. У него чуть-чуть на шее есть, даже не на шее, между крыльев. Так вот. Чат такой. Вот голову я ему помазал, голова, правда, у него белая. Вот, чтобы потом, ну вот, именно по желтым различить их, у кого там, с кого снимать булавки. Ну, в общем, вот такие вот мои ребята, молодое поколение. Ну, главное, чтобы здоровье было. Ну, а там, даже не знаю, думаю, вот эти вот последующие, они, наверное, не выживут. Это тетеревятник их покушает. Но если их придержать и не гонять до весны, ну, с них ничего не будет. Это очень долго. Вот эти ребята должны вот сейчас на булавках выходить. Они, кроме голубятни, ничего не видели. Вот. Ну, как сказать, мира они не знают еще. Вот. Сейчас, когда открою голубятню, у них инфаркт будет, когда братва выйдет. Ну, они вывезут. Ну, опять же повторюсь, нужно
Нужно, чтобы они гуляли на улице, чтобы они знали, что такое улица и все остальное. Ну вот один так лошонок отсюда уйдет, вот подарок. Вот. Ну а остальные все ребята на гон. Там у меня еще две таклы есть, голубки, надо будет с них, наверное, булавки снять. Или хотя бы прослабить, чтобы они начали на крышу залетать. Ну вот, как-то так надо готовиться будет. Погода сегодня хорошая, обещают у нас до плюс 17 градусов, так что сегодня будем гулять, может быть и летать. Так, пока на этом все. Покажу, вот смонтирую ролик, выпустил, вот они совсем чуть-чуть вот булавочки поставил, вот, чтобы они, ну, не старались особо ни крыло повредить, ничего. В общем, как-то так. Сейчас загоню, он улетит в чужой огород. Пескуня-то только сегодня третий раз улицу в своей жизни видят. И ну просто нельзя так, пропадут. Надеюсь, сейчас все чуть-чуть полетают. Долго не будут летать и как бы сядут. Вон какая банда, вот она. Хорошо они стартанули. Потом другие тоже начали потихоньку срываться. Ничего, даже удочку не брал. Вот так вот подпугнул. Сам просто на месте подпрыгнул. И все, и то это из-за таклы. Я вообще не хотел гонять сегодня голубей. Думал завтра. Ну, ладно. Вот так отдалю, банда пошла. Ну и здесь вот тоже. Даже не знаю теперь, вот у таклы чуть-чуть грудь мазаная. Она уже летная была и, в общем, гоненная голубка. Вот куда делась? Может улететь хозяин. Вот здесь в поселке. Ладно, посмотрим. Пускай уже сядут. Надо будет вот так вот смотреть. Даже не знаю. Ну, ничего, как есть, так и есть. Вон там ребята носятся. Вон одиночки, правда, вот первые, которые пошли там. Сейчас попробую их показать. Вон там вот рядом с кучей вот тройка. Там еще один, четыре. Не знаю, будут в кадр попадать. В общем, как-то так. Это что-то вот... Ага, вот кто-то прилетел. Кто-то прилетел. Мне кажется, это... Это кажется кто-то. Это кажется, не знаю кто. Очень высоко это на весь зум, но не трогает пока голубей. Стая начала вниз падать, дикарить. Я на всю держу. Похож на сапсана, но большеватый, может самка, а может и нет. Ладно, не трогает, не трогает голуби. Вот стая скинула, стая сразу скинула, одиночки, правда, наверху.
облачки наверху. Вот он уже забрал. Забрал голубя. Вот он пошел. Я даже и не видел, как он его понес. Вот он. Вы видели в куче? И я не видел. Но минус их даже... Минус какой голубь? Даже голуби особо и не дикарили там ничего. Все, до свидания. Блин, и время. И время то же самое, как бы 9 часов. 10 час. Все. Долетались. Я его все. Я не видел, ребята. Вот так вот я снимаю. Слепой крот. Ой, дурак! Голуби летают. Я говорю, когда их сотня больше. Откуда я увидел? Я даже не видел момент атаки. Че я стрельнул? Он уже его потащил. Надеется, что он его уронит. А толку? Зря только ракетницу бабахнул. Молодежь здесь. Ну, вот если вы видели, значит и я видел. Хотя я направлял на голубей, но когда момент атаки был, я даже и не видел. Их же куча. Он, курва, сложился и нырнул, бах, и уже смотришь, уже вот как и сейчас понес. Иной раз я даже и не вижу, что там. Потом смотрю, голубь пропал, нету. А голубь годовалый или больше, а его, оказывается, нету. Замечательно. Поразительно. Гениально. А тот вроде бы улетал. А может, он развернулся, пока я камеру отвел в сторону. Ну, в общем, вот так вот. Тьфу ты, блин, а и материться нельзя, и... Ну вот, как-то так. Ладно, посмотрю пока без камеры на них, что уже... Вот. Вот. Я видел, что стая с дикарила вниз пошла. Но я показывал его, что он вроде бы уходит. Ну... Дело в том, что он, видимо, еще был голодный. Развернулся и... И забрал. Кого забрал? Вот так вот. Вот они перья летят. И какие перья летят? Вот они, падают перья. А перья будем определять по перу. Перо падает, упало. Вот оно, упало желтое. Да, желтое перо. Он уже его полетел дербанить, а перья только сыпятся. Вон там еще тройка, как бы кто-то не покрылся. Сейчас голуби стали чуть-чуть лучше летать, дольше летать. Не все, вся банда не умеет у меня летать по 2-3 часа, но из банды единицы, если бы мне нужен был бы именно временной показатель, я бы гонял тогда по 10-15 штук. Вот, я этого как бы не особо не хочу, вот это, увеличивать им время. Вот, ну, так, ладно. Гоняю всю банду, а вся банда не летает у меня, не может летать свыше 2 часов. Бывают единицы, вот, в 2 часа дня в прошлый раз подпугнул голубей, после обеда, считай, вот, к вечеру, и не хватает им времени, они, негодяи, у меня остались в ночь. 2 желтых, 1 белый, оказывается, еще был. Вот, это мне уже сестра сказала. Белый, правда, прилетел у меня. Взрослый прилетел белый уже после обеда. Где был, не знаю.
Вот, и еще два, вот это так, баш и черный. Но те 100% не летали. А желтых я видел, пока не стемнело. Правда, про одного подумал, что его сожрали, он исчез куда-то. Ну, а один на глазах у меня так в закат ушел, и все, и больше ни хрена. Что-то голуби начинают опять дикарить. Дикарить начинают. Вот и верхние начинают дикарить. Вот скидывают. Одиночки остались наверху. О, кто-то поиграл такла. Такла, вон он где остановился. В стороне, над чужим огородом. Так, вот он. Вот он где стоит. Ну опять 6 штук молодежи пересадил. Минус опять, минус желтый. По перьям, то что падали перья, желтые упали. Забрал он желтого из этой кучи. Опять же желтого, ничего черного не жрет. Забирает желтых. Погода хреновая. Пасмурно. Ну и ладно. Что теперь? Меньше надо щелкать. Так, ладно, подожду их сейчас пока. Так, вот банда заруливает, заруливает. Вот, вот единицы только играют вот сверху. Единицы, остальные. Остальные ни хрена. Ни хрена. Потому что их большая куча. Большая куча. Вон чиль. Чиль пошел. Эх ты. Профукал. Профукал. Так. Ладно. Вот малыш желтый. Молодой. Садится. Эх, голубка. А так вот. Молодец. Так. Нижняя. Нижняя куча. Фу, верхняя тоже уже внизу. Вот. И, ну и как сказал, вон они, дурачки. Вот дурачки остаются. Это, конечно, хорошо. Вот остаются из сотни. Там больше остаются 12, 7, 9, когда как. Вот. И летают они. Они собаки летают почти в разброс всегда. Каждый сам по себе, вон какой-то. Черный шпрется. Вон он где играет. Наверху. Вон он что-то скидывает. В общем, надо за теми смотреть. Эти уже все. Эти уже сядут. Вот. Так, лошонок тут заруливает. Желтый какой-то. Все. Ой, такла бедный. Бедный так лошонок. Так, ну и вот там 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 и здесь 2, в общем, не знаю, это не факт, то, что еще я не прозевал, что кто-то не покрылся. Вот и вот еще со стороны, вон еще желтый летит, ну, кажется, штук 9 остались наверху. Так. Все летают в разброс, не хотят они. Вон кто-то там кувыркается. Отсюда аж слышно, что крыльями хлопает. Ну, и кувыркается. Желтый. Вот как-то так. Ладно, ребята, на этом все. На сегодня трогать не буду. Уже хватит. Минус один уже хватит. Плюс еще и, наверное, и такла улетела. Улетела, наверное. Все-таки умотала. Так что как-то так. Посмотрю за этими, когда сядут. Вот. И на этом как-то все. Ну и вот там еще 2 дня я пытался их так чуть-чуть. Вот. В любом случае, пока погода есть, я пользуюсь погодой, выходным. Пока есть время, надо их потихоньку поднимать. Будет минус, не будет. Ну вот. То, что я
слепой шаг не увидел. Ну, вот так вот получается. Очень сложно в толпе увидеть, когда сапсан откуда-то сверху как зарулит, и все, а потом уже фук, и, ну, в общем, если что-то я даже и снял. А так вот можете посмотреть, что получилось. Так вот, один сел уже желтый. И вот смотрю, все до одного желтые и желторябые. Вот прошло где-то вот чуть, где-то, ну, час 40 прошло, если точно. Вот один желтый, один уже сел только вот минуту назад. Один сел. Вот еще трое. Трое здесь в воздухе летают. Желтых. И еще вон один. Это будет 100% будет еще один желтый. И еще желтого сожрал. Вот не везет. Не везет мне. Вон он. Он уже опускается. Был в точке. Не факт, что там еще нету. Ну, вот этого я вижу больше не. А, вон там еще кто-то, какая-то точка с облаков вываливается. Вон там. Сейчас на всю приближу. Если что-то сфокусирует, попадет. Вот желтого, вот этого можно будет. Я так думаю, что это желтый летает. Вот он. А там еще точка над ним была. Вон он летает. Так, отдалю. Очень высоко. Один. В общем, вот эти вот трое летают. Это, по-моему, один вот этот вот более-менее повзрослей. Он какой-то негодный. А, это мой чиль. Чиль с подперенным хвостом, командировочный. Вот он. Негодный, а? Ты посмотри на него. Чужая крыша его манит. Ему собаки. Надо что-то с хвостом. Завяжу я ему, наверное, хвост. Не буду ему резать, завяжу. Красному порезал, этому завяжу. Так, вот они, мои ребята. Так, вот этот желторябый голубь, это взрослый. Ну, годовалый как минимум садится. А вот эти, по-моему, да, это два более-менее молодых. Вот этот чуть-чуть постарше. Вот этот чуть-чуть постарше. А вот этот сверху, это молодой, ему он только пищать перестал. Вот, все. Еще остается. Вон он наверху. Будет, тоже, наверное, будет желтый, если, конечно, его не сожрут. И еще была точка наверху. Была. Я думаю, его вот так вот видно, не видно, не знаю. Я его не смогу, наверное, опа, поймать. Вот он. Вот здесь вот тяжело держать его в этом зуме. Так, отдалю чуть-чуть. Надеюсь, вот он сейчас кувыркается. Да, это желтый, 100% желтый. В общем, могу сказать, желтые у меня красавчики. Ну, и желтого сегодня опять сожрал. Да что ты будешь делать? Вот как-то так. Ну, ничего не поделаешь. Вот сижу, чтобы они погуляли. Надо будет. Вон они, мои малышата. У малышей у всех башка помазанная черным маркером. Где-то они здесь должны. Вот один сюда идет, вот такой вот. Вон там еще. Вот должны привыкать. Как-то так. Ладно. Так, вот кто-то скидывает. Кто-то скидывает. Вот скидывает мой желтый. Вот он. Вот он еще один. Я сначала подумал, это сапсан. Вот. Вот он. Желтый. 100% желтый. Вот это тоже скидывает вниз. И вон еще. Посмотрите. Я же говорю, что я ни хрена ничего не вижу. Вот пятерка, которая, наверное, летала, она и ушла. Вон там еще два. Два штуки. Вот на всю приближу. Вон они. Там были еще голуби. Вот я просто слепой.
Вот он еще, кто-то хлопает, вот он. Вот скотина-лодочник. Лодку хочет сделать. Вот желтый кувыркнулся, вот идет желтый. Вот этот вот спустился. Вон еще тройка. Вон они, три штуки еще. Еще в точке. Вон они. Не знаю, как серое небо видно, не видно. Может быть, попадут они в кадр. С покрытия вывалились. Ну, вот этот черный вообще как мессер летел. Аж желтый перетрухал и вниз пошел. Вон они. Вон она, тройка еще опускается. Голубей. Вот и я к чему говорю, что я не люблю. Вот этих надо посмотреть. Вроде бы и много. Вроде бы много голубей. Да, вот. Стараешься там. О, как потянул черный гад. Затарахтел. Стараешься там, детей получаешь. И этот негодяй. Вот. Ну, что поделаешь. Вот. Не люблю я Сапсана. Он, конечно, я его уважаю, как хищника. Да что ты, черт побери, такое несешь? Тетеревятника не люблю, крыса эта мерзкая. Его не люблю. Нападает вот из-за этого дерева постоянно у меня зимой нападает. Вот он садится. Вот мой желтый садится. Вот, я же сказал, что это желтый будет летать. Желтый молодец, космонавт. Остался живой. Вот он кто-то играет даже. Ты посмотри, то лодку он. Это не черный, это... Это мраморный. Я знаю, как его зовут. Я его называю, как голубятника зовут. По имени. Вот он будет сейчас здесь мотаться. А тройка... Я потом покажу. Сейчас я ее не вижу. Тройку уже не вижу. Тучи, облачность низкая. И уже не видно. Это вот мраморный. Взрослый голубь. Взрослый. Ему уже года 3. Наверное, это взрослый голубь. Как он быстро спикировал вниз. Вон одну точку только вижу. Вон там одна точка. Не знаю, насколько камера возьмет. Попадет. Уже не вижу. Вон они собираются, два. Два вместе. Вот, кажется, видно будет. Должно быть видно. И еще третий там. Вот эти вот голуби в точке летают. Вот так отдалю. И мраморный. Вот он пошел. Его я по игре. Он, у него выход в столб на, в общем, не под 90 градусов, а где-то под 45 градусов. Он, я не знаю, почему так играет. Вот. И очень долго летает по низам. Вот он пошел. Ворона ему не помеха, пошел. Вот потянет. 1-2 раза. Вот. Ну, иногда 3. Все больше не, вот, ну, вот так. Все, что я хотел сказать. Ну, желтого жалко. Сожрал. Так что как-то так. Вон кто-то сверху пикирует вниз, опускается еще один. Вот как, почему ролики длинные? Потому что я хочу все показать, чтобы не говорили, что я там языком треплюсь. А вот он кто-то скидывает. Вот он. О, как он пикирует, гад. Прям пикирует. Это не дикарь, потому что он с точки опускается. Он с точки опускается, голубь. Вот он пикирует. А двое так и остались наверху. Надо посмотреть, кто это такой. Надо обязательно посмотреть. И тех двоих, если опустятся, конечно. Поднимается, когда вот начинаешь банду готовить, поднимаешь их. Вот. И не видишь, вроде я снимаю кучу постоянно. Одиночек тяжело держать, когда они наверху ходят. И не видишь, что некоторые голуби, вот это сейчас пасмурно, вот они в покрытие ушли, а так вот и в голубом небе исчезают, а потом вроде бы подождал, вроде все сели, ну идешь их, закрываешь, кормишь, потом сестра звонит, а что ты голубей не закрыл, ну, в общем как-то так, вот он кувыркается, а сейчас мы посмотрим, кто это кувыркается.
Вот он мраморный пошел на выход. Опа, и вот этот вот опустился. Сейчас на паузу. Вот он будет садиться, я обязательно покажу. Просто сейчас и уже наснимал. Так, вот он. Хочет опуститься. Не вижу, кажется белый. Да. Небо серое. Да. Белый садится, крылья у него мазаные. Вот. Вот этот белый сел. Вот плечи у него мазаные черные. И вот как-то так. Еще останется двоих дождаться. Ну, я не буду их показывать. Вот двойка. Я постараюсь. Я их уже потерял. Они вон в точке. Два штуки в точке летают. Вот если будет, их видно. Вот они. Сейчас попробую на всю. Не знаю, я, наверное, не попадают. Вон там. Так, отдалю чуть-чуть. Не, тяжело мне их поймать. Я на небо все серое, экран серый и все. Не особо ничего не видно. О, вот он мой индеец. Индеец. Ты дурак, как усок. А летит с командировки, я там все и будет. По идее, должна быть неплохая игра. Он уже выход в столб делает, уже так вот начинает. Глаза у него своеобразные такие вот, как будто этот. Вот у него один глаз, он разноглазый, один глаз темный. Повернись. Вот, а этот глаз темный. Я еще, он ко мне подходит вот так вот, и я думаю, что у него темный, а у него, оказывается, разные глаза. Вот такой. Ну, это метис. Папа у него такла, мама черная персючка. Ну, в сапожках. Вот как-то так. Ладно, уже наснимал. Все, буду ждать верхних, пока этот молодец так и будет летать. Он ныряет здесь и так и будет, пошел. Вот, потянул и ни разу. Просто выход в столб, ну, вот такой у меня есть мраморный. Ладно, буду ждать верхних. Даже не знаю, какого цвета там голуби. Так, ну, погода отличная. Вот, немножечко приподнял. Попытался дроном. Вот, кто пошел, тот пошел. Вон куча, вот стая и маленькая, опять маленькая куча, я их уже не вижу, штук 6-7 улетели, но тут еще вот кое-кто сидит, сейчас уже так спугну, сейчас на паузу, так, ну еще немножечко спугнул лентяев, вот удочку просто поставил к крыше. Пускай тормоза чуть-чуть полетают. Погода просто шикарная погода. Вон банда какая задралась. Сказал же, что утром они чуть-чуть лучше летают. Они уже привыкли. Вот она, банда. Вот так отдалю. Те неплохо полетели. Ну и здесь дропперы мои шуруют. Те не разбиваются, но маленькая стая все-таки не покрылась, вижу, пятерка очень высоко. Красный мой, вот он стоит, тарахтун. Мраморный опять резанный. Голубка улетела.
течет, а быстро большая куча ниже стая резко опустилась. Уже чуть-чуть полетали. Особо не хотят. Ладно, сейчас я им покажу, кто в доме хозяин. Так, друг пролетом пошел. Стая немного разбилась. Эти здесь мотаются. Вот он, этот сегодня не идет. Вот летает, ленится. Вот эти. Ну, сегодня не высоко. Есть голуби. Ушли. Хорошо. Есть ушли. А. И вот здесь вот нижние барахтаются и всех сажают. Сейчас, секунду. Так, ну. В общем, как получается. Вот некоторым не дал сесть. Вот они. Чуть-чуть даже в сторону начали отходить. Вот они вот кувыркаются. Начинают все портить. Вот и верхнюю стаю тоже опустили. Но здесь много. Я не знаю, возможно посчитать. Сейчас приближу. Вот в этой куче сколько голубей. Вон наверху одиночек. Одиночек наверху поболее. Там еще была маленькая стайка. Даже не вижу. Кто-то, слышу, дышит так. Бедные. Ничего. Ну вот. Как-то так. О, наверху там. Сейчас приближу. Одиночки мотаются наверху. Если там кого-то схавает, я даже не увижу. Желтые, белые наверху. Так, удалю. Те хорошо ушли. Кроме этих. Ну ничего. Ладно, пускай. Так, ладно, пока выключусь, посмотрю. Так, ну, сегодня пока решил их не трогать. И малышей этих выгнал на улицу, и все остальное. И погода очень теплая. Уже 15 градусов тепла. Плюс солнышко. И вот сегодня банный день. Вот так вот они. Правда, на головах. Там вот развел медный купорос. И чтоб они немножечко покупались. Ну и это сейчас пока столпотворение. Сейчас вот очередь дойдет до каждого. И ребята покупаются. Они до этого хотели. Вчера в поилке пытались покупаться. Значит, время пришло, поэтому вот набрал почти литров 40. Палка глубокая. Вот. В общем, там здорово. Я так думаю. Раз хотят, то значит нужно обязательно.
так. Молодежь, вот она. Вон там сидят. Вот они первый раз в жизни увидели улицу. Вон там чап мой сидит. Вон там клопыш такой вот. Не знаю, выживет, не выживет. Ну, в общем, как-то так. На крыше тоже вон сидят еще ожидающие. Погода, конечно, очень хорошая. Вот. Несколько молодых полетало чуть-чуть. Я даже не видел, сели, не сели. Ну, не знаю. Один черный какой-то, по-моему, куда-то дернул. Флаг ему в руки. Правда, вот здесь вот чернозем, вода будет черная. Ну, все успеют накупаться. Все по очереди. Вот уже кто накупался, уже выходит. Так что, я думаю, все только на пользу. Вот как-то так вот. Ладно, пускай покупаются, потом попозже покажу. Они сейчас развалятся. Вот, боятся, конечно. Боятся. Вот горники тут гоняют по низам. То дикари вон. Вон они так, они и сидят на дереве. На утреннюю кормежку прилетели. Утром кормят уток, курей там, ну и куры, утки, гусь там один. Ну и они тут, как тут, они ждут, когда хозяева встанут, будут кормить и их покормят заодно. Я не знаю, что они их кормят. Насыпают жратвы. Вот так вот. Так вот. Вот он, пошел. Ты дурак, как высоко. Не успел я. Аж брызги на меня летят. Как-то так. Ладно. Все по очереди. Пока столпотворение, конечно. Все по головам ходят. Каждый хочет купаться, но ничего страшного. От природы никуда не уйдешь. Ладненько, пока посижу, посмотрю на них. Ну вот и все. Мои ребята практически все накупались. Ну, как минимум больше сотни голубей искупалось. Кайфуют. Вон. Ребята в полосатых купальниках. Вон, кто поумнее, тот на солнышко уже выдвинулся. Лежат и загорают. Ну, что еще надо? Больше ничего не надо. Гуляют по огороду. Все, вот, ну, никакого стресса нету. Никто их не трогает. Вот они вот и отдыхают. И молодежь, вот так лошонок, уже осваивается, смотрит, что такое внешний мир, что такое огород, что такое небо, все остальное. Многие на крышу залетели, солнышко греет, мокрые все, в общем, купаются. Сейчас купалку вылью, уберу, и все, и будут голуби отдыхать. Вон, пошли на солнышко по кустам там. Прячутся, отдыхают, загорают. Вот что им еще? Больше им ничего не надо. Так что как-то так. Чистая водичка, солнышко, корм. Ну и все, в принципе. Поменьше стресса, тогда голуби будут как бы живые и здоровые. Вот. Как-то так. Ладненько, пока посмотрю за ними. Так, ну. Вот после купания немного вечером. Вечером чуть-чуть. Пока погода дает. Пока есть погода,
дровоханы быстренько садятся. Ничего, сейчас сгоним. Вот. Учатся. Акбаш у меня стал двойной кувырок делать. Вот он. Посмотрите, что делает. Вот он. Стоит на месте и двойной кувырок. Опа! Это, не знаю, он выпрямится, нет? Так, ладно. И вот эти вот чуть-чуть. Мраморный все-таки пошел, прятался на земле. Прятался и пошел. Согнал его. Молодцы, так. Сейчас я на паузу сгоню вот этих. Быстренько они садятся. Так, ладно, сейчас. Так. Позгонял вон их. Они чуть-чуть в сторону ушли от против солнца снимать. Позгонял. Ну, сизы мне все равно. Все, малину испортил он туда. Двух желтых посадил и черный в забой пошел. О, какой-то желтый или такла. Опа. Такла. Такла начинает. Опа. Кувыркаться. Вот банда. И вон еще стая. Три стаи. И здесь вот крутятся. Вот так вот. Так. Мраморный идет на посадку. Ну, ему, в принципе, особо и летать-то не надо. Я знаю, что он летает. Если он оборвался, то все. Но его жалко профукать. Всего два брата таких у меня. Два одногнездки. Вот Акбаш. Акбаш шпарит на посадку. Вот так вот негодно. А ты посмотри на него. Взлетел опять и пошел. Круг лишний сделать, чтобы посадить мне голубей. Чтобы посадить. Вот он. Жиртрест. Жиртрест. Там уже одиночки пошли наверх. Одиночки полетели. И никакого орла даже нету, чтобы он их чуть-чуть вот помощник мой испугал. Так, ладно, сейчас на паузу. Так, ну, в общем, не особо они сегодня летят. Не знаю почему. И банда большая, и не делятся голуби. Но они еще и особо и не голодные. Особо не голодные. И время. Я даже не посмотрел, часа два. Все равно. Как полетели, так полетели. Вон. Там одиночки штук 5, может больше. Вот те полетели хорошо. Эти не особо. Ух, черт, наш остановился в воздухе со своими кувырками. Ладно, пускай сядут. Ух, тренируется. Вон мраморный. Молодец, мраморный взрослый. Пускай сядут, может быть, еще. Так, о, заиграли. Заиграли несколько штук. Редко так бывает. Вот как получается. Не всегда все получается хорошо, поэтому вот как есть, так и показываю. Так, ну, опять я же не могу успокоиться, вот не имется мне. Ну, не имется мне. О. Думаю, сидят они там, кайфуют, а мне на 15 голубей в небо смотреть что-то неинтересно. И взял вон детский самолетик. Как бросил. И все.
И опять 100 штук полетело. Пускай на 5 минут. Так интереснее смотреть, когда в небе много голубей, по крайней мере для меня. Вот теперь пускай собирается. Пошел открывать голубятни. Думаю, сейчас выпущу молодежь на улицу. Ну, не судьба. Взял опять. Руки чешутся. Вот так. Все по-разному. Есть возможность чистого неба. Значит, надо пользоваться. А то потом вот такой лафы не будет. Где хочу, там и летаю. Будем летать по всему поселку, дом искать, когда прилетит эти ревятники, начнет их тут шуровать, показывать, кто на какой улице живет и все остальное. Тогда им будет весело. И снег, и все остальное. Вот там даже сизый мудак садится. Ага. Скотобазы кусок. Лентяй. Лентяй, все. Все, что можно про него сказать. Он. Вот так вот. Он. Сейчас больше трогать не буду. Уже и верхние приопускаются. Еще тут лишние 40 штук, 50 полетали. Мозгов только добавится. Ни в коем случае не убавится. Кто это такой? Мраморный. Пойду уже выгонять. Так, ну, вот дропперов своих всех порезанных, молодых, там выгнал. Пришлось их делить, чтобы не загнать, чтобы этих посильнее пошуровать. Вон мой чех, теперь я его вижу, у него красная башка, вон он носится. Альбатрос, мой баклан. Эти что-то вот ветер, и они вот выкручивают чуть-чуть вот. Ну, можно сказать, нету ветра, но чуть-чуть. Ветерок, они вон выкобеливаются. Все уже, по-моему, нет, два желтых, кажется, остались наверху, высоковато еще. А эти уже все. Вот сейчас трогать уже никого не буду. Здесь уже малышня. Вот они. Пускай на солнышке погреются, пускай, чтобы знали, где мы живем, свой адрес. В общем, когда Яша спросит, где живешь, чтобы он знал. Вот как-то так. Поэтому надо потихонечку обязательно гулять. А солнце это тоже очень хорошо. О, банда. Вот они. Крутят здесь, выкруживают. Когда сяду, давай. Так, вот этого я, конечно, никак не ожидал. Белый опускается, и вот смотрите, кто опускается. Акбаш, я думал, правда, этот черный акбаш опустился, и белый. Вот он белый, и черный акбаш опустился. В общем, полетали. Вот этот вот рябый. Красный у меня начал
двойной кувырок делать, этот кувыркается. И вот тот вот белый. Вот он замер, с красной башкой сидит. Вот они полетали. Ну, чуть-чуть там. Три часа. Плюс копейки. Вот я бы никогда не подумал. Вот это так башонок, не знаю, надо ему перья посчитать в хвосте. Ну какой-то летит, как будто круглый. Блин, как этот Николаевский. Какой-то медленный лед у него такой. Красный, не знаю, где Акбаш. Где-то, наверное, здесь был. Так что как-то так. Вот они. Гулеванят. Фу на вас. Сапсан сегодня хорошо покушает. Жирного голубя с приправой. Я даю и куркуму, и все остальное. Вот и сейчас там вон приготовил там кушать им неплохо. Так что сейчас буду кормить и поеду сам домой. После суток надо и самому отдохнуть, покушать. Ну и как-то так. Все, ребята. Спасибо, кто досмотрел этот кинофильм до конца. Вот. Оставьте ваш комментарий, что вы думаете по этому поводу. Вот. И поддержите видео лайком. Вот. Извиняюсь, что такой ролик получился длинный. Надо брать кофе, чай, кто что. Вот. И сидеть, смотреть. Если интересно, если нет, конечно, ничего не поделаешь. Ну, коротыши я снимать не могу. Не могу. Надеюсь, что все голуби сели. Никого больше нету в небе. Еще раз всем спасибо. Всем удачи и здоровья.